Сегодня состоялся мой дебют на сцене Большого театра в партии «Спартака». На протяжении трех актов была история «Спартака». Была жизнь, которую я сегодня прожил и закончил так, как было и предназначено. Сегодня я был искренним, в первую очередь, потому что этот балет я готовил очень долго. И вот сейчас, наконец, вот я его станцевал на сцене целиком, а не только первый акт. Балет Григоровича, в котором от начала до конца ты живешь, и ты до последнего момента веришь в то, что это правда. А когда ты еще весь балет этот перекладываешь на себя и пытаешься чувствовать то, что мог чувствовать Спартак в этот момент, то это затягивает, и очень глубоко. Балет, поставленный на крепкого, сильного духом и сильного физически человека. Это лидер, который смог с самого низа, то есть с цепей, с рабства, стать лидером и бросить вызов империи. Иван Васильев, он прекрасный танцовщик, причем мужской танец у него с таким мощным посылом в этом спектакле, это вообще очень, очень, очень важно. Постоянно присутствие его как партнера на сцене ощущается, хоть мы встречаемся всего один раз за спектакль, в бою, тогда я вижу его глаза, вот эти глаза в глаза, и это очень заводит, то есть получается так, как надо, как должно быть. И хотелось бы добавить еще, что когда я ухожу со сцены, он выходит на сцену, я ухожу со сцены, он выходит на сцену, постоянно остается это какая-то аура от него, такая вот мужская мощная, что ты в противовес этому идет, и от этого только спектакль выигрывает вот на таких контрастах. Никогда я не думал о том, вот как бы мне вот понять Спартака, как. Это как-то с детства уже было во мне, потому что я с детства чувствовал, что это балет, вот тот, который я хочу танцевать. С детства я видел эти записи, и я стремился всегда, я хочу, я чувствую это. И когда мне довелось вот сейчас танцевать, это, конечно, событие для меня лично.
Ванька обладает физическими возможностями просто. Вот иногда смотришь, думаешь, ну это за гранью понимания. То есть это, конечно, какой-то божий дар. Ване всего 20 лет, он совершенно юн, и вместе с тем справляется с такими сложнейшими поддержками, которые вот в этом спектакле у нас есть. С ним удобно и чисто вот как с партнером, который хорошо держит, и самое главное, с человеком, который тебя чувствует на сцене и видит. Тяжелый технически, но в этом балете об этом не думаешь. В этом балете только думаешь о том, что ты чувствуешь, для чего ты делаешь то или иное движение. Поэтому здесь, если что-то не получится, это даже не важно. Это не Дон Кихот, не Лебединое озеро, где сорвал пируэт, все понятно. Здесь это не важно. Здесь важно то, что ты даешь зрителю. Партию со своим гениальным педагогом, моим любимым педагогом, это Юрий Кузьмич Владимиров, который очень много мне дал в Большом театре, и я его очень люблю. Я считаю, что это очень удачный дебют, потому что он прекрасно все станцевал, очень сильно. И, ну, я не говорю о технике, которая у него, так сказать, фантастическая. Все было очень осмысленно, очень эмоционально, очень сильно. Прекрасные руки, прекрасно общался вот с партнерами и на сцене, в общем, личность. Иван Васильев здесь очень органичен. Я думаю, что сейчас немного можно найти танцовщиков такого героического амплуа. Когда это есть, я думаю, что это очень ценно.